Примария города Тараклия совместно с давними партнерами LGSP решили создать так называемую новостную площадку для тараклийцев – газета «Информационный бюллетень», которая сократит расстояние между властью и жителями города. Уже запущена первая подробная версия газеты. В будущем информационный бюллетень должен стать ежеквартальным изданием, сообщающим гражданам о деятельности органов местного самоуправления. Мы планируем печатать различные новости касательно нашей примарии, программы, которые будут предусмотрены к внедрению примарии. А также мы в дальнейшем хотим получать также информацию от граждан, то есть обратную связь иметь. Граждане будут иметь возможность самим оставлять заметки для данного информационного бюллетеня. Газета проходила свое становление вместе с администрацией города, поэтому первый номер стал своеобразным отчетом о том, что происходило в городе за последний месяц. Редакционной работой занимается отдел по связям с общественностью, который тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Когда будет выпущена первая печатная версия газеты, точно неизвестно, но пока на официальной странице примарии города, которая размещена на сайте Facebook, можно скачать электронную версию. То есть это еще одна информационная площадка. Мы заинтересованы в этом, чтобы горожане получали больше информации. Поэтому мы также заинтересованы в выпуске этой газеты. Она и в электронном варианте, она не требует никаких затрат. В дальнейшем, когда уже мы будем ее печатать, тогда, конечно, будут небольшие затраты. Но я не думаю, что это будет ощутимо для бюджета города. Через несколько месяцев, по словам специалиста по связи с общественностью, будет запущен и сайт примарии, который станет еще одним источником информации для тараклийцев.